But then he had his three very close to him. И также у него было других три человека, которые были очень близко к нему. And he gave them the preview of coming attractions. И он дал им как бы такое превью тех изменений, которые предстоят в грядущей жизни. On the Mount of Transfiguration, there were only three men with him. Помните, на горе Преображения там было только три человека вместе с ним. And in Gethsemane, he only took those two or those three close to him when he went into deeper prayer. И он взял с собой этих людей в тот момент, когда он пошел помолиться, когда это было его личное время. So in his intimate circle, not everyone saw him bleed that day. Only those closest to him. И вот можно сказать, в этом интимном круге, в близких отношениях, не все видели его в состоянии, когда он истекал кровью. Только три близких человека.